Есть кому-нибудь подсудимый? Вам все понятно, что отводы имеются кому-нибудь? Защитнику доверяете своему? Доверяю. У других участников отводы... Национальные паспорта иностранных граждан, полученных от Шукурова, подложных сведений, печати о штампах, разрешение на временное проживание на территории Иркутской области Российской Федерации и о регистрации по месту жительства на территории города Иркутска. Также... Крупный комитет в городе Иркутский сервис не заинтересован в ходе телефонного разговора с Институтом Следственного Института, который последний преступный спор направлен на организацию незаконного пребывания Российской Федерации иностранных граждан путем внесения денежного возражения национальной